Добрый день, девочки. Сегодня я вам покажу вот такой светильник. Конечно, первый у вас будет вопрос такой. Ну, вы же уже такой показывали. Да, девочки, показывала, но я его немножко даже изменила. В чем эти изменения? Значит, в том светильнике я все лепесточки делала двойные. А здесь, смотрите, я вот так поворачиваю. Два ряда, нижний, и который поверх его еще второй ряд, я делала эти цветочки двойные. Вот я два ряда сделала, а уже вот раз, два, три ряда я делала одинарные, потому что свет будет хорошо проходить, он, собственно, и так горит. И изменила саму основу светильника. Посмотрите, как я ее сделала. Я вот так вырезала, пополам сложила, склеила, потом разрезала, а потом стала вот так приклеивать. Вот, вот так приклеила. Потом сделала вот такой поверх, вот такой, видите, приклеила полосочку. Вот. И сделала из таких же вот штучек, сделала бантик. Можно было пошире, но мне вот так достаточно показалось. И получилось вот это вот очень хорошо смотрится, девочки. Так, во-первых, оригинально. Видите, он так стоит хорошо. Вот. И не скажешь, что как и основание светильничка. Очень оригинально смотрится. Вот такой светильничек получился серебряный. Вот он какой. Смотрите, со всех сторон. Так, мне еще осталось два сделать. Два плафона у меня еще. И тогда я буду делать электрику. И тогда я вам сделаю большой обзор по всем этим светильничкам. Так что вот. Даже независимо, даже если вы не такой будете светильник, а какой-то другой, я вам советую сделать вот такую штучку. Мне она очень нравится. Вот как. Краешку приклеиваете. И он так хорошо смотрится. Видите? Вот, что я вам хотела сегодня показать. Как хороший. Вот такой светильничек. Сейчас посмотрим, как он такой смотрится. Всегда, когда снимаешь, меняется цвет. Вот, видите?